Гром гремит, земля трясется. Синоптики стращают, уже в пятницу забьет в барабаны первая весенняя гроза. Так что готовим зонтики или хотя бы капюшоны. Страна окажется в поле пониженного давления. С Балтийского моря подует теплый ветер. Днем предстоит пережить весеннюю вакханалию. Порывы будут сбивать с ног, слепящее солнце поиграет в жмурки с тучами, и все же местами воздух прогреется до 20 с плюсом. А пока в американском штате Квинсленд хозяйничает сильный шторм. В радиусе 100 километров насчитали больше 180 тысяч молний. Град размером с кулак превратил дорогие газоны в решето. Впечатляющими роликами делятся местные жители. В Пермском крае сошел оползень. Грунт поехал рано утром. Три постройки сложились как карточный домик. По счастливой случайности никто не пострадал. Завтра в Бобруйске слегка потеплеет. Днем будет облачно с прояснениями. Северный ветер временами разгонится до 14 метров в секунду. Температура поднимется до плюс 13. Ночью опустится до 1 градуса выше 0. Владислав Боев, Максим Галеонко, Бобруйск 360.